Сегодня мы рассматриваем стабилизатор напряжения Вольтер 5.5PT производства Электромир. Данный стабилизатор оптимально подходит для небольших домов, дач, квартир, там где нагрузка не очень большая, но все-таки 5.5 кВт, например, требуется. Мощность данного стабилизатора 5.5 кВт при 220 вольтах, при понижении напряжения мощность стабилизатора также будет падать. Это также нужно учитывать при подборе. Данный стабилизатор является семисторонного типа, электронный, 16-ступенчатый. И, соответственно, шаг стабилизации у него равняется примерно 5 вольтам. То есть он будет поднимать ваше напряжение по 5 или опускать, в зависимости от того, какое оно у вас, на 5 вольт. Рабочий диапазон 150-245 вольт, то есть при входящем напряжении в данном, если он вписывает в данный диапазон, то на выходе вы будете иметь 220 плюс 2-3% погрешности, примерно 5-6 вольт погрешности. Данный стабилизатор может монтироваться на стенку, может ставиться вот так вот на ножки. Присутствует у него розетка, нагрузка на которую до 2 кВт может быть подана. Есть индикатор, который сигнализирует о том, что у вас стабилизатор находится под напряжением. Ну, он у нас сейчас подключен. И вы, в принципе, по подключению можете это сделать самостоятельно. Тут достаточно просто. На всякий случай его выключим. Вход 0, выход. Вот, заземление, если нужно заземление, и переключатель режимов. Можно переключать в транзит, можно в стабилизацию при выключенном переключателе. Переключатель на данный на 5.5 25-амперный. В принципе, предельное напряжение для данной модели 145 по нижнему, ниже он уже не будет стабилизировать, отключится, по верхнему 260 вольт. Данный стабилизатор рассчитан на круглосуточную, круглогодичную работу. Для сухих, теплых производитель требует от 0 градусов, чтобы срок хранения эксплуатации были, вернее эксплуатации только. И если у вас будут небольшие минуса, ничего в принципе страшного от этого не будет. Только лишь, чтобы резких перепадов не было, вот, чтобы конденсат не выпадал и сухое помещение. Также есть, отмечу, что есть такая опция, можно лакировать плату. Ну, в общем, можно сделать так, чтобы этот стабилизатор работал и до минус 25 градусов при необходимости. Ну, это за небольшую плату. Такую модель можно также заказать. Тоже она будет называться Вольтер 5.5PT, но там уже немного доработана представительством, заводом. И уже вы сможете в глубокие минуса его также эксплуатировать. Но в помещении, опять-таки. Габариты данной модели 350 высота, ширина 420, глубина 120. Сейчас мы рассмотрим, как будет стабилизатор выравнивать напряжение при изменении входящего напряжения. Вот, значит, понижаем напряжение. Напоминает, 150 он дает 220 вольт. Небольшой погрешностью, ну вот 151, 213, вот, значит, мы сейчас 145 сделаем, и он отключается. Теперь мы возвращаем напряжение в рабочий номинальный диапазон, ничего не делаем, и он сам сейчас включится с небольшой задержкой, будет продолжать стабилизировать напряжение. Вот он сам включился и продолжает стабилизировать. И по верхнему 245, 243, 242, на выходе погрешность, отключится на 260 вольтах. Напоминаю, с помощью вот этой кнопки можно запрограммировать, чтобы на выходе было 220 плюс-минус 15 вольт, как вам нужно. Ну и вообще с этими, тут можно менюшкой по инструкции все посмотрите. Хочу напомнить также, что мы более детально рассматривали
модель стабилизатора Вольтер 9ПТ. Если вам нужна прям полная вся картина по данным стабилизаторам, смотрите там более полный обзор. Он практически такой же сам, единственное, что там автоматы разные, там некоторые комплектация, ну совсем незначительно, трансформатор, вес и так далее. А так можете ориентироваться, корпуса одинаковые, все технические характеристики такие же самые, как и в Вольтер 9ПТ и Вольтер 5,5ПТ и 7ПТ и так далее. Мы являемся официальным дилером данных стабилизаторов напряжения, предоставляем также заводскую гарантию от завода-производителя 5 лет. И готовы решать способные вопросы по сервису, гарантии, гарантийному. Если у вас какие-то вопросы остаются, звоните, будем рады ответить. Звоните, заказывайте. Мы дальше будем снимать другие видео по другим моделям. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, мы будем благодарны.